Акшана да Махарадж цитирует санскрит. Вигнешам апуджайтва. Вигнешам. Вигнешам апуджайтва. Капалинам дриштва пуджанам. Капалина. Капалинам. Капалинам. Дриштва пуджанам. This is the statement. Таково утверждение. Вигнешам апуджайтва. Апуджайтва. Капалинам дриштва. Капалинам дриштва. Пуджанам. Это все? Это все. Only this. Только это. Вигнешам апуджайтва. Капалинам дриштва. Пуджанам. Каков What смысл этого, Махарадж? Спрашивает Акшайананда Махарадж. The light coming to my mind is this. Свет, который приходит в мой ум, таков. Вигнеша — это Ганеша. Оставляю его в стороне, иди к источнику, то есть к Шиве. И Вайшнаванам — это Шамбу. Он обладает связью, некой связью с Вишну. И когда Ганеш приходит к тебе, пусть он остается в стороне, будь безразличен к нему и вырази ему почтение так или иначе. И иди к Шиве, учитывая его отношение к Шиве и воспользовавшись этим связующим звеном Шива, установи непосредственную связь с Вишну. Вайшнаванам Ята Шамбу, иди прямо оттуда к Вишну. Вигнешам апуджайтва, таке пуджа на коре. Не поклоняясь Ганешу, ты иди к Капалину. В целом Капалин, значит, Шива носит свой Капал, череп, да, череп. Капалину. Тот, кто использует череп в качестве украшения, известен как Капалин. И другое предложение, идея приходит в мой ум. Капалинам, значит, в Капале Вигнеша, Ганеша, как Брахма Самхите сказано, Ганеша выполняет свой долг устранения препятствий мирского типа, и он делает это благодаря Нарасимхадеву. Капал значит череп. В черепе, когда Ганеша занят выполнением своего долга, он выполняет свой долг, он устраняет препятствия на пути мирских людей, то он, ему требуется для этого, он медитирует на Нарасимхадева, и его могуществом он выполняет свой долг. Капалин — тот, кто сидит в капале, в черепе. Как мы видим его таким в Брахма Самхите. У тебя есть Брахма Самхита у вас? Да, есть. Вот вы можете там прочитать. Капалин, в целом это Шива. Установи связь с Шивой, отвергая, оставляя в стороне Ганешу. Установи связь с его отцом Шивой, а затем, оказав ему почтение, пойди к Вишну. Таков смысл, это один смысл. Но мое предложение таково. Тот, кто пребывает в черепе, в капале, это Ганеша. В Брахма Самхите прочитайте. Я не принес ее, но постарайтесь найти. Ну, да, она у меня где-то есть. Ганеша разрушает, уничтожает препятствия, преграды на пути успеха мирских людей. И для того, чтобы выполнять этот свой долг, он призывает милость Нарасимхадева на свой лоб. Вот там примерно так сказано. Капали — тот, кто пребывает в капале. Конец части А и начало части Б.
Капалин означает Шива, отец. То есть, если вы поклоняетесь Шивине, поклоняясь Ганешу, то это апарадх, говорит Акшайнанда Махарадж. То есть, вы должны, поклоняясь Ганешу, поклоняться Шиве и вначале поклониться Шиве, затем поклоняться Ганешу. Сейчас принесут экземпляр Брахма Самхиты, говорит Акшайнанда Махарадж. Капалинам ба дриштва пуджанам. Капалинам ба дриштва. Это бадье, дарка дхоле, альтернатива. Элиминейт Ганеша. Здесь написано, отвергая Ганешу, в этом нет сомнений, но можно прочесть как капалин ва. Ба. Ва значит викалпа. Викалпа значит, ты можешь принимать или не принимать. По желанию, да, по желанию. И ва также в другом месте. Когда Ганеш пристает перед тобой, у тебя есть альтернатива. Ты можешь поклоняться ему как любимому ребенку Шиве. В таком качестве ты можешь умилостивить Шиву таким образом и продолжать поклонение. Когда мы встречаем сына, то мы говорим, «Твой отец мой друг, я благодарен ему», таким образом, чтобы удовлетворить, порадовать сына. И это правильно, уместно. То есть вспомнить об отце, о предках, о родственниках, сказать что-то доброе в их адрес, выразить почтение и таким образом умилостивить. Не прямо выражать почтение сыну. Вот уже несут Брахма Самхиту, говорит Акхайананда Махарадж. Ятсада Каллава Югам Винидхая Кумба Прандвей Пранама Самае Саганади Раджа Вигнан Вихамса Муламаса Ягат Траясча Говинда Мари Кришам Самахам Буджаме. Это будет правильный стих. Ятпада Паллава Югам Винидхая Кумба Свандве Пранама Самае Сагонади Раджа. Ганади Раджа. Это значит Ганади Раджа Ганеша. Вигнан Вихамту Муламасва Джагатраясча Говиндам Ади Пурушам Самахам Бхаджами. Говиндам. Каков смысл термина слова «кумбха»? Винидхая кумбха наки? Джатпада? Джатпада паллава югам. Паллава югам. Кумбха дандве. А? Кумбха дандве. Кумбха дандве. А? Нама самае саганади раджа. А какой есть английский перевод? Да, есть. Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, чьи лотосные стопы всегда держат Ганеш на паре тумли. На паре тумли. Тумали. На своей слоновьей голове. То есть на черепе, да. С тем, чтобы достичь успеха и устранить все препятствия с пути прогресса в трех мирах. Любой долг, который он выполняет с помощью Говинда, и Говинда здесь пребывает в форме Нарасимха Дева. Нарасимха устраняет препятствия, Ганеша устраняет препятствия, Вигна Винашан. Ипостась Кришны такова, устраняющая препятствия, это Нарасимха Дев. И его милостью Ганеш устраняет препятствия с пути мирских людей. Капалинам
Капали, если посмотреть глубоко, мистически, то это Нарасимхадев. Но заурядный смысл, смысл на поверхности, это Шива. Шива Вайшнаванам Яташамбу. Отвергни Ганешу буквально и почитай Шиву или Нарасимхадева. В таком случае, в этом переводе здесь, как Кедранат сказал вчера, человек должен начать поклонение полубогу Ганапати, чтобы устранить все препятствия на пути преданного служения. В Брахма-самхите говорится, Ганапати почитает лотосные стопы Господа Нарасимхадева, и таким образом он становится благоприятным для преданных, устраняя все препятствия, и потому все преданные должны поклоняться Ганапати. Такой смысл. Но вот тут затруднение возникает, говорит Шрила Шридхар Махарадж. Если речь идет о связи, отдаленной связи, если человек выполняет свой долг в рамках бренного мира, то он делает это с помощью Нарасимхадева. Если ты поклоняешься ему, чтобы устранить препятствия на пути твоей преданности, то силой своего могущества Нарасимхадев придет тебе на помощь. Такая отдаленная связь. Но в целом такой смысл отсутствует. Подобную связь можно провести во всех отношениях. Он пребывает внутри всего, все связано с ним. В самом широком смысле все связано с ним. И мы должны почитать все дживы, думая, что в каждой дживе пребывает Бог. Это самая обширная буквально, обширная, широкомасштабная область, юрисдикция. Мы должны почитать любую реалию, думая, что внутри этой реалии или живого существа пребывает Бог. В самом широком смысле, обширном. В Падма-пуране до этого был дан стих, Человек будет служить Хари исключительным образом, но это не означает, что он будет пренебрегать, презрительно относиться к другим полубогам, включая Брахму и Шиву. Не относись неуважительно к кому бы то ни было, но твоя потребность, нужда состоит в исключительной, безраздельной преданности Хари. Да. В этом духе мы должны почитать Ганеша, говорит Акхайнета Махарадж. Возможно, смысл таков. Мы не собираемся никого не почитать, не уважать и создавать дух враждебности, но мы полностью отданы нашему владыке. Такой должна быть позиция. Могу ли я перейти сюда? Да. Религия значит правильная позиция. Мы в настоящее время занимаем неправильную позицию. От нас требуется ради нашего блага, высшего блага, чтобы мы заняли правильную позицию. Мы являемся частями целого, и мы должны осознавать этот факт.
И когда часть занимает правильное место, позицию в рамках целого, то это гармония. А когда она не занимает правильную позицию, то это майя, иллюзия. Существуют многочисленные различные концепции, местные, локальные, провинциальные представления, эгоизм, сепаратизм, когда отсутствует должная связь с первопричиной. В этом состоит трудность. В настоящее время мы занимаем неверную позицию, мы занимаем ложную позицию. Наша позиция ошибочна, ложна. Если мы хотим занять правильную позицию, то нам советуют следовать определенному курсу садханы. В Кали-югу этот божественный звук, он указывает направление, божественный звук. Намек, дает намек, указывает направление. Благодаря этому мы можем понять, каким будет путь, ведущий к правильной позиции и окончательной позиции. Любые иные попытки или усилия, которые мы можем совершать ради того, чтобы достичь этой позиции, возникает вопрос, как мы должны жить в нашем нынешнем окружении, каким должно быть наше взаимодействие с той средой, в которой мы находимся в настоящее время. Нам говорят, взаимодействие должно быть таким-то и таким. В целом, когда речь идет об успехе в мирских делах, мирских достижениях, мы поклоняемся Ганешу. Подобно вождю пролетариата. Ганеша подобен вождю пролетариев. Гана значит масса. Он является лидером масс, пролетариев, массы невежественны. И лидер масс, по идее, также таков, тоже таков. Но он обладает властью, силой, могуществом. И поскольку эта власть есть у него, то он способен противостоять чему и кому угодно. Поэтому, чтобы удовлетворить их, дать им взятку, следует почитать лидера. В расхожем смысле, лидеров масс следует не игнорировать, а ублажать, с тем, чтобы они не создавали препятствия на пути нашего прогресса. В целом понимание таково. В этом мире, это мир майя. Майя значит взятка. Здесь все работает посредством взятки. Мы хотим, чтобы наши эгоистические усилия увенчались успехом, но это то, что мы делаем, преступно, нелегально, незаконно. Пытаться осуществить наши сепаратные, отдельные желания, индивидуалистические желания, питая которых мы не заботимся о других, пренебрегаем центром. Пренебрегая центром, пренебрегая окружением, мы хотим единственно удовлетворять наши собственные интересы. Это грубое проявление ложной позиции, кама, камо. Затем дхарма, артха, все эти явления, эгоцентризм, это значит, в центре стоят собственные чувственные наслаждения. И ради них мы пытаемся обрести некую помощь извне, из окружающего мира, и мы даем взятку этой окружающей нас среде. Любой, кто поклоняется иным богам, полубогам, существуют многие предполагаемые авторитеты, главы в разных департаментах, и если мы удовлетворяем их, то нельзя отрицать, что мы даем им взятки.
для того, чтобы осуществить наши чаяния, для того, чтобы достичь нашей эгоистической цели. Они обладают властью, могуществом, занимают определенное положение благодаря своей предыдущей карме. Эти главы ведомств, они главы определенных ведомств, и мы хотим каких-то благ от них. Поэтому мы даем им что-то, чтобы получить по дешевке дары от них. Это взятка, это майя. И нашей целью служит чувственное удовлетворение. Чувственное удовлетворение, наслаждение чувств. И то, чего мы хотим, мы должны искать, мы должны преследовать истинную цель — удовлетворение, наслаждение Бога. Если мы хотим достичь этой цели нашей жизни, божественной, чистой цели нашей жизни, то самоотрицание, самоотверженность и самопожертвование необходимо. Вначале мы должны быть готовы отвергнуть себя, а затем мы должны быть готовы отдать себя и отдать себя исключительно центру. И это будет благотворным, подобная позиция будет благотворной, будет способствовать достижению нами нашего блага. Всегда люди, которые следуют, идут к высочайшей божественности, вайшнавы, саду, наша покорность, наш поиск помощи, все, наше общество, наша забота будут связаны с ними. И это самое безопасное, самая безопасная позиция — идти с помощью вайшнавов, идти в обществе вайшнавов. Если вы обретаете вайшнава, общество вайшнава, помощь вайшнава, то можно, отвергая самого Бога, поклоняться вайшнаву, и Бог будет более доволен вами. Такая позиция. И прямо противоположную позицию мы находим в случае Ганеши. Ганеша является лидером масс. Массы встают на моем пути. Он. Как мне взаимодействовать с ним? Мы не должны беспокоить его с тем, чтобы он и те, кого он возглавляет, не чинили нам препятствия. Как же нам иметь с ними дело? Не нужно предаваться ему прямо, непосредственно, но ты можешь обратиться к его ближайшему родственнику, который связан с Вишну, и это Шива. В случае вайшнава, ты можешь отвергать Вишну, но если ты почитаешь Вишну Даса, то надежда твоя более велика. Ты обретаешь большую надежду. Но в этом случае ты можешь отвергнуть сына подчиненного, но в то же время вести себя с ним как джентльмен. Обращаясь к сыну, говорит, как поживает твой отец и так далее, для того, чтобы не удовлетворить, не пренебречь им, но почтить его. Но если кто-то имеет малейшую связь с Нарайной, Вишну, моим владыкой, тогда я обращу на это внимание. В таком духе мы должны иметь дело с лидерами оппозиционных сил. Вот такой смысл мы извлекаем отсюда. Такой смысл. Мы не будем культивировать ненависть, враждебные чувства в связи с оппозиционными силами, оппозицией. Вся наша энергия должна быть посвящена первопричине.
Но тот, кто враждебен, мы должны вести себя с ним безразлично. Но могут быть частные случаи, частности. Когда я вижу, как враг атакует вайшнава, гуру или Шримурти, тогда, конечно, моя позиция будет иной. В случае Ханумана и в случае других также мы видим подобную позицию. Но в целом позиция должна быть такой, как было описано выше. Преданность Кришне, Кришна — концепция Бога, который есть любовь, есть красота, есть раса, анандам, сукхам, счастье, не могущество, не сила, не могущество, не величие, не грандиозность, роскошь, пышность, великолепие и тому подобное. Мы будем обращаться к шастре и к саду, особенно к тем саду, которые пытаются прийти к сознанию Кришны. Наша цель такова. Но если мы встречаем по дороге величие, пышность, роскошь и так далее, то мы будем пытаться использовать эти реалии. Например, если я встречаю по дороге величие, пышность, роскошь, то я буду использовать, пытаться использовать эти реалии ради простого, искреннего процесса поклонения Вриндавана. Таким должен быть наш темперамент. Сознание Кришны. Именно так, как говорил наш Гуру Махарадж, «Пуджала Рага Патха Гаурава Бханге». Рупа и Санатана под прямым руководством Махапрабху отвергли полностью пышность и величие, величие любого типа. Даже социальное величие, красную одежду — это тоже величие. Красная одежда демонстрирует, указывает на высшую категорию проповедников, высшую категорию религиозных лидеров, саньясины, проповедники, то есть религиозные лидеры. Они носят эти красные одежды, красного цвета. И эта одежда связана с величием. Это социальное лидерство, и даже это явление отвергается Рупой и Санатаном. Настолько, что когда великий ученый пришел с ними дискутировать относительно истинного смысла шастры, они предпочли отказаться от дискуссии. Они не считали это благотворным, полезным тратить свое время на бесполезные дискуссии, дебаты. Этот человек не пришел с духом поиска, но с духом противостояния. Он хотел победы, поэтому они отказались от диспута, но Джива Госвами Прабху не в силах был терпеть, поскольку угрожала опасность положению его гуру. Эти люди игнорируют мою гуру, я не в силах это терпеть, я должен сразиться с этим человеком и дать ему понять, почему мой гурудев избежал дискуссии с ним. Он посчитал это напрасной тратой времени. Вовсе не так, что мой гурудев испугался учености, эрудиции этого человека. И благодаря этому он поставил, водрузил авторитет госвамиев на пьедестал и дал понять обычным людям, насколько велики Рупа и Санатана, но в то же время они столь смиренны. То, что сделал Джива Госвами, помогло обычным людям понять их величие, и таким образом обычные люди обрели благо. Наш Гуру Махарадж следовал этому пути. Поэтому некоторые придерживались мнения, что наш Гуру Махарадж был аватарой Дживы Госвами. И я упомянул в моей собственной поэме «Стотрам», «Стотре»,
রঘুরূপ সনাতন কীর্তি ধরন ধরনীতল কীর্তিত জীব কবি ও তোত কীর্তি ধরন Кто крепко держит знамя Рупы Санатана и кто был принят, рассматриваем некоторыми преданными в качестве воплощения Дживы, Дживы Госвами. Его позиция была дух, дух был подобен духу Дживы. Пуджала Рагапата Гаурава Банге. Я соберу все могущество, всю роскошь, богатство и тому подобные реалии. И я должен поднести эти реалии к божественным стопам моего Гурудева, чтобы показать, что все эти явления всего лишь поклоняются стопам божественного наставника, владыки. Пуджала Рагапата Гаурава Банге. Но мы не нуждаемся в роскоши, величии, могуществе. Не нуждаемся. Здесь есть две стороны. Одна сторона такова. Если мы имеем дело с этими реалиями, то мы можем стать их пленниками. Роскошь, власть, могущество. Если мы слабы, то мы станем их жертвами, пленниками. Но лишь те владыки этого представления, этой идеи, они могут использовать эти реалии в поклонении высшему служению. Это первый момент. А второй момент таков. Если этого не сделать, то обычные люди, широкие массы будут думать, что величие, роскошь, власть, могущество занимают более высокое положение, нежели Рупа и Санатана. Айшвария — это явление низшего типа, а простота Вриндавана. В простоте Вриндавана нет недостатка в величии, но это явление выше величия. Простота, истинная красота не требует никакого величия, айшварии, роскоши, могущество. Простота полна в себе. Полна в себе. Нечто в этом роде. Был разговор Шривасы и Сварупа Дамодара в Пуре, в день Херапанчами. Шривас Пандит отстаивал Лакшми Деви, Айшварию, а Сваруп Дамодар стал на сторону Гопи во Вриндаване. Две группы говорили, два лагеря. И своего рода сражение происходило. Сваруп Дамодар говорил Шривасу, «Разве ты не помнишь, что во Вриндаване, он сказал, деревья, растения, кусты и все остальные простые реалии, бесхитростные, которые можно найти там, не лишены айшварии, величия, грандиозности, но это величие и грандиозность скрытые, они подспудные. Если требуется, то они проявляются, приходят по зову, по призыву. Но в целом обитатели Вриндавана не любят это. Они выше этого. Они предпочитают простоту, бесхитростность. Это естественное положение высочайшего типа. Ты должен осознать это. Те, кто обладает подобной симпатией в своих сердцах, они обычно предпочитают Вриндаван, Кришну, Сваям Бхагавана, но другие, они предпочитают Вайкунтху, землю величия, землю трепета, благоговения и тому подобного. Нам нравится сознание Кришны, мы пришли в сознание Кришны, поэтому мы будем крайне специфичны в отношении в наших суждениях об этих вещах. Мы очень малы, и мы хотим, чтобы величайшее начало было очень близким к нам. Мы столь малы, столь низки, а Он столь высок. И мы хотим интимной, близкой связи с Ним. Поэтому
мы не должны думать посторонние. Мы не должны быть любителями роскоши, величия, трепета и благоговения. Здесь присутствует ясное различие между этими явлениями. Лишь простота, дружелюбие и простота, и особенно на земле любви, на земле милости, там, где высокое и низкое могут быть очень близки. Близкое общение, тесное общение с высшим началом возможно лишь в атмосфере Вриндавана, а не в каких-либо иных местах. Ни в каких-либо иных местах. Любящая мать видит своего слепого сына Лотосаоки. Есть такая бенгальская пословица: «Любовь, нежность обладают такой завораживающие силы, что уродливый сын кажется любящей матери прекрасным ребенком, необычайно красивым, прелестным. Все изъяны сводятся на нет преданностью. Йога-май, бхакти такова. Бхакти — это милость такой природы. Различие между высоким и низким сводится к минимуму, оно практически стирается. Поэтому мы столь низкие, столь малые, и то будет почвой, землей, к которой мы станем стремиться. Мы хотим приблизиться к земле этой милости. Если ты станешь исследовать, изучать мои качества, мой владыка, то мне нечего сказать буквально. У меня нет капитала. Мне нечего показать тебе, предъявить тебе какой-либо сертификат. Лишь твоя милость, сказал Махапрабху. Иди в это ведомство, ступай в это ведомство, и там подай свою петицию, прошение. Это ведомство, где без каких-либо соображений качеств тебя смогут принять. Иди туда. И не говори о том, что у тебя есть такая-то или такая-то квалификация. Нет квалификации. Нет квалификации. Есть такой департамент, где никакая квалификация не требуется. Не требуется. Пытайся обратиться туда. И искренне, конечно, ты должен отдавать себе отчет в твоем положении, в своем положении. Не нужно внутри, в глубине сердца думать, я столь велик, я такой великий ученый и тому подобное. Внутренне, а внешне лицемерно представлять себя в качестве. Нет, это не сработает. Ты должен чувствовать это. Чувствуй это сам. Чувствуй. То, что ты думаешь, то, что ты обрел, качество, квалификация, все это не качество, не квалификация. В действительности у тебя нет ничего, нет никаких качеств. Нет никаких качеств. Квалификация. Бхактивинод Такур говорит, каков смысл? Ты надо пису ничена. Таким образом, я ниже травинки. Почему? Он говорит, травинка обладает неким положением в материальном мире, некие внутренние качества ей присущи, врожденные качества, качества, характеристики природы. Но как насчет меня? Мне присуще противоположное качество. Травинка обладает своим тождеством, тем или иным тождеством. Но я больной человек. У меня нет нормального тождества внутренней природы. Я сумасшедший.
сумасшедший. Человек с нормальным мозгом может использоваться тем или иным образом. Но если человек безумен, то его невозможно использовать вообще. Никак. Я викирта читта. Я сбитая с толку душа, заблудшая душа. Моя энергия, мой разум и все, что есть у меня, все это направлено в противоположную сторону. Поэтому мое положение хуже, нежели положение травинки. Если я даю себе реалистичную оценку, то я понимаю, что мое положение хуже, потому что я вне себя, я безумен. Любая перспектива, возможность моего будущего, они могут быть какими угодно, но в настоящее время я безумен. Мне присуща негативная ценность. Я со знаком минус, поэтому я ниже травинки. Если проанализировать себя, рассмотреть объективно. Возникает вопрос, куда же мне идти в поисках моего блага? Идти... Как это называется по-английски? Психиатрическая лечебница. Да. Психиатрическая лечебница — это истинное место для меня. Как это называется по-английски? Место, где меня вылечат. Психиатрическая лечебница. А если я пойду в обычную больницу, то там мне не помогут. Вайшнава, следующие этому пути, всегда, всегда во всех обстоятельствах помогают вайшнава. И следующее, после вайшнава, шастра, прежде всего вайшнава, затем вайшнава шастра, то будет здоровое общество для нас, которое поможет нам. А все иные боги, которые занимают более высокое положение, нежели мы, они другого рода. Люди верят в них, но это все их мания. Такие люди, как Чарвака и другие, они говорят, вы гонитесь за фантасмагорией, за Богом. Живите в этом мире, наслаждайтесь радостями этого мира. А зачем вам заботиться о будущем, о каком-то Боге, есть он или нет, кто скажет? Существуют многочисленные ведомства, школы, и когда речь идет о нашем драгоценном сокровище, если мы будем общаться с этими людьми, то мы потеряем его, поэтому не нужно общаться с ними и быть нищими у их дверей, просить милостыню у их дверей. Они ненадежны, на них нельзя полагаться. Они пытаются привлечь нас к себе, сделать нас своими последователями, но в то же время не делай этих людей своими врагами без особой нужды, потому что тогда они станут чинить тебе препятствия. Но в сердце, знай наверняка, ты в сердце своем, знай наверняка, будь уверен в том, что твой владыка Кришна без Вриндавана ничто не может удовлетворить тебя. Гопи, разные расы, Яшода, Сакья, Вацаля раса, даже Джамуна, даже Говардан, Гири, столь многие леса, деревья, все это пленило твое сердце. И твое сердце не позволит. Конец части Б и начало части С. И лишь пытайся общаться с ними, и это поможет тебе приблизиться к земле этой милости, в это место, на землю Кришны, землю Яшоды, Вацаля расы, Нанды, там, где Господь носит ботинки, сандалии своего отца на голове.
И это естественно там. Там, где Яшода порет свое дитя за воровство разных предметов, и там бхакти, преданность, любовь, према способны играть с ним, таким образом это возможно. Безграничное стало слугой ограниченных, словно бы. Словно. Он столь низок, он столь подчинен ограниченному началу, столь низок, не столь высок он. Столь высок он. Его высокое положение может быть приведено в такую тесную, близкую связь, это возможно, но одно качество необходимо, говорит Шримад Бхагаватам в начале. Все эти достижения заложены в твоей удаче, но при одном условии. Это единственное явление, предназначенное для тех людей, единственное для тех искренних людей, и искренность будет подвергаться испытанию. Искренность должна быть следующей природа. Полное отвержение такого элемента, как зависть в тебе. Зависть. Если зависть присутствует, мацар означает тот, кто не способен терпеть благо в других, хорошее в других. Это мацар. Мацара — тот, кто не в силах терпеть хорошее в других. Он мацара. Майявадины — все суть мацара, потому что они не в силах терпеть то обстоятельство, что какое-то другое явление будет занимать высшее положение. И в этом явлении им не найдется места. С этим представлением они достигают лишь мукти, брахмалоки, но после брахмалоки, если они захотят войти, то они должны будут признать, что без них высшие реалии существуют сами по себе. Поэтому эти люди не являются нирмацара, но Бхагавата, преданный, должен быть нирмацара. Наш Гуру Махарадж имел обыкновение приводить следующую аналогию. Гелиоцентрическая и геоцентрическая. Геоцентрическая картина мира — сохам. Поскольку я нахожусь на Земле, то Земля должна находиться в центре. Я не признаю иное измерение или иной план или иное предложение. Я на Земле, Земля в центре. Но гелиоцентрическая картина, хотя я не нахожусь на Солнце, но я признаю то обстоятельство, что Солнце находится в центре. Преданные придерживаются гелиоцентрической картины, считая, что он все и вся. Я могу быть незначительной частью, но майявадины говорят, нет, согам, я есть брамха. Все они геоцентристы. Но гелиоцентристы, суть преданные, которые говорят, нет, Кришна находится в центре. Мацарата. Я должен быть представлен, а иначе я не признаю любое явление, в котором нет мне места. Я не буду платить налоги, пока вы не представитесь, пока я не получу свою долю. Этот лозунг Джорджа Вашингтона. Терпимость, признание чужого процветания, чужого превосходства — такая позиция.
Считать каждого своим гуру. Кого бы я ни видел вокруг, каждый является моим гуру и моим хранителем, и моим любящим другом. Такого рода сознание мы должны обрести. Мы должны заработать, заслужить, и только тогда мы можем быть приняты в измерение Вриндавана. Если мы отвергнем себя в высочайшем смысле, тогда мы окажемся в этом измерении, где все лишены зависти. Природа такова. Дурной запах отсутствует, где каждый почитает каждого. Сандалии Нанды почитаются на голове высшего начала. Каково положение? Сандалии Нанды носятся на голове того, кого мы считаем верховным существом. Поскольку отсутствует мацарата, никто не имеет представления о превосходстве других. И первое, что необходимо, вера такого рода, вера такова, вероисповедание, и далее развитие, лила, большое и малое, все эти реалии присутствуют там. Но партийный дух, отдельное сознание такого рода, партийный дух отсутствует. И это лила, игра. Истинное сражение и показное сражение. В драме, в спектакле человека убивают. Тот, кто убиваем в спектакле, в сражении, заслуживает больше аплодисмента, нежели убийца. Прабхупад говорил, Симха, лев, убил Прасену. Затем Симха был убит Джамбуваном, поскольку это лила. Тот, кто убиваем, и тот, кто убивает, оба удовлетворены. Оба. Тот, кого убивают, тот чувствует страдания? Нет. Поскольку убийство не является вечным. Четана. В Вайкунхе ничто не убивается, не убиваемо. Все вечное, и все есть сознание. В таком случае игра в убийцу и убитого есть лишь форма. Есть лишь форма. И обе стороны удовлетворены. Тот, кого убивают, тот, кого грабит, удовлетворенный. Тот, кто грабит, тот удовлетворенный. Игра. И это лила. Она не причиняет никакого истинного страдания ни одной из сторон. Движение. Движение имеет место быть. Движение есть. Но движение не приводит к рассеиванию, к потере. Движение в целом подразумевает некую потерю энергии, потерю, рассеивание буквально. Но здесь движение без какого-либо рассеивания, скорее, энергия увеличивается прямо противоположным образом, поскольку сама природа вещей требует этого. Там, где нет смерти, где нет боли, но все же драма, игра происходит таким образом. Поэтому мы должны понять это так, поскольку сама душа вечна, бессмертна, высшая душа. Откуда здесь возьмется вопрос смерти? А то, что бессмертно, постоянно, там нет рассеивания. Потери. Нет смертных трансформаций, преображений, изменений. Это постоянное явление уже, и тем не менее игра происходит. Игра в убитого, в убийцу и тому подобное, в безграничном.
Если мы имеем дело с нулем, то тогда ни малейшей реакции, ни малейшего влияния, любые транзакции, любые взаимодействия равны нулю. Нет прогресса и нет потери. И также, если ты имеешь дело с безграничным, то аналогичный случай. Нет ни потерь, ни приобретений, но все же они есть, потому что происходит игра чид-виласа. Трудно, тяжело понять, что есть, какова природа чид-виласы. Это легко найти, понять, что первопричина будет недифференцированной, лишенной качеств, чем-то подобным нулю, глубокому сну, без сновидений, первопричина. Основание целого. Подумать так легко, что это начало должно быть чем-то вроде нуля. Безграничное также похоже на ноль, но оно положительно, а это явление ноль, негативно, отрицательно. Лила мой. Земля оккупированная, земля нам принадлежащая, и та земля, на которую мы отдаем все, что принадлежит нам, ему. И благодаря этому мы получаем некую собственность в ответ. Мы отдаем все и заслуживаем высший почет тем самым. Например, царь отдал все своим подданным, раздал подданным, и у него не осталось ничего, теперь он нищий. Но он заслуживает, получает уважение в сердцах всех, поскольку все, что у него было, он все раздал. И благодаря этому он получил все. Он завоевал сердца всех и каждого. Он царь другого мира. Нечто в этом роде. Отдай все в крайней степени, полностью, и ты получишь полное. Это возможно. Тот, кто отдает все мне, тот становится моим стопроцентно, полностью. Он становится моим, тот, кто отдает все мне. Таким образом, он становится моим собственным. Это естественно. И это не гипербола. Отдай ему все. И ты также принадлежишь ему, и ты станешь его. Не желай ничего, даже мокша, даже освобождения. Говорят, они говорили, что Гаудия Мат проповедует рабскую психологию, рабский менталитет. Не достоинство, достижение, перспектива, но рабскую психологию, рабский дух они проповедуют, но на самом деле это самое достойное положение — быть рабом этого высшего существа. Гаудия Мат стоит, ратует за достоинство человеческой расы. С одной стороны, быть владыкой этой майи, с другой стороны, быть рабом Абсолюта. И мы призываем к рабству Абсолюту, и речь идет о тотальной дружбе с ним. Положение друга, верховного существа, раб означает это. Есть ли вопросы? У одного юноши есть вопрос, Махарадж. Кто он? Нитья Сидха. Ученик Джаятиртхи Махараджа. Каков его вопрос? Он говорит, вы сказали, что мы должны почитать лидеров масс, с тем, чтобы они не препятствовали нам. Но если они препятствуют нам, должны ли мы по-прежнему почитать их?
That is conditional. Это зависит от условий. В целом, оказывать почтение другим — это процесс, данный Махапрабху. И эта позиция в конечном счете, в долгосрочной перспективе, будет более плодотворной. Мы не хотим от людей почета, но мы оказываем им должный почет. Этот процесс в целом следует использовать. А в долгосрочной перспективе мы достигнем большего успеха на нашем пути, в нашем путешествии. Это невозможно повсюду в силу темперамента людей, поэтому мы вынуждены страдать от реакции. Но в целом мы видим, что это метод, описанный выше, есть высочайший процесс, поскольку путешествие не короткое, но долгий путь. И эта позиция рассматривается как самая благотворная. Аманина манада. Мы не желаем никакого почтения, но оказываем почтение всем. В Бхагаватам также. Према майтри крипу упекха балишешу дишат суча. Люди, которые выступают против тебя, будут безразличны. Мы будем безразличны к ним, безразличны. Мы не будем отвечать атакой, нападением на нападение, поскольку то будет пустая трата сил, но станем избегать их. Если ты будешь занимать такую позицию, то в конечном счете одержишь победу. Према, любовь, склонность к Богу, дружба с преданными и обычные невежественные люди, великодушие к ним, а к врагам безразличия. Рекомендация общего характера из Бхагаватам такова, и Махапрабху дал нечто большее. Никому не противопоставляй себя, но все же, если оппозиция возникает по отношению к тебе, пытайся ее терпеть, и в особенности не посягай на чей-либо престиж, но оказывай почет всем, и эта стратегия поможет тебе в наибольшей степени, когда речь идет о долгом путешествии. Энергия, которую мы накапливаем, должна быть посвящена достижению высочайшей цели. Максимум, который мы способны собрать, не следует тратить никак иначе, кроме как на достижение моей высочайшей цели. И в то же время, если он захочет защитить меня, он сможет это сделать. Я не живу в релятивности, в мире камня, но я окружен сознанием. Он — полнота сознания, всеведущ и всемогущ, такое существо. Он видит все, и если он хочет, он может вмешаться, как то было в случае Прохлады и столь многих других преданных. Он принял участие, он защитил своих преданных. Могу ли я задать вопрос? Да. То, что Рупа Госвами говорит в Упадешамрите, одна из причин падения, он говорит, состоит в чрезмерных усилиях, направленных на достижение материальных вещей. Каков предел, лимит нашим усилиям, после которого русский эквивалент — это английская пословица «где-то по одежке протягивай ножки».
Юкта Вайрагья, как наш Гуру Махарадж говорил, Махарамба, если один человек, говорил он, способен управлять империей, и при этом у него остается свободное время, много свободного времени, а другой человек едва способен справляться, управлять своей семьей, и при этом он круглыми сутками занят решением множества вопросов. У него нет свободного времени. Это зависит от способностей, от индивидуальных способностей. Например, если преданный царь, и храм был осквернен, храм в его царстве, то он не может сохранять безразличие. Он занимает положение, соответствующее положение, и в этом положении он должен выполнять свой долг, он должен защищать и он должен наказывать. Поскольку он царь, то он занимает положение правителя, и он вмешается. Но он может делать это безразлично в качестве долга, не безумно. Но внешне он может выполнять свой долг, но внутренне он может не вмешиваться в это, не быть вовлечен. Бхактивинод Такур написал в Кришна Самхите два типа людей, написал он, существует. Один читает, слушает, собирает многое в форме советов и понимания, но не в состоянии понять суть, квинтэссенцию вещей. Но шараграхи, люди этого типа извлекают самую суть из всего и отвергают внешне, шелуху. И шараграхи преданы высочайшего класса. Внешне он занимается делами правления и общественной жизнью, всем этим, но внутренне, возможно, он гопи Вриндавана. Гопи внутренне. Внешне он другой, он выполняет свой долг. Внешне он царь или генерал. Он сражается. Поэтому подобная двойная функция буквально также может иметь место быть в случае некоторых людей, иногда, не всегда. Мадуни кушумадави, ваджрадави катхурани, мадуни кушумадави. Иногда человек может быть очень тверд, непреклонен внешне, но внутренне, внутри, более мягок, нежели цветок, может быть его сердце таким. Рамачандра, который плакал, рыдал, когда Сита была похищена Раваной, рыдания Рамачандры, говорят, породили реки, слезы. Слезы Рамачандры, он плакал по Сити Деви. И затем он же вновь изгнал Ситу Деви. В Бхагавад-гите, да, Кришна говорит, что вначале Он открыл эту науку Богу Солнца. А разве Он не наставил в этой науке первым Брахму? Разве Брахма не был первым? Нет. Вайвасвата — сын Брахмы. Вайвасвата — значит Сурья. Вивасан манави праха, вивасата мону.
Вайвасвата Ману, сын Вивасвана был Ману, первый Ману, который написал Ману Самхиту, Дхарму Варна Ашрама. Аханг Вивасвати Йогам Проктаван Ахам Абхаям. Вивасан Манави Праха, Ману Рикха Каби Бравит. Сакали Ниха Махата Йогу Наштат Парамтаку. С течением времени это знание пришло в упадок или исчезло, и я вновь повторяю или открываю это знание тебе. А первое сотворенное существо, которое обрело от Кришны трансцендентное знание, то был Брахма. Да. Как вдохновение, он явил все, открыл все Брахме, а с Вайвасватой он разговаривал в одном из своих образов. Вы можете посмотреть тику, комментарий, там сказано, в каком именно образе он разговаривал с Вивасваном, я не помню. Ахам Вивасвати Йогам Проктаван Ахам. Пурана кис Вивасвати Идам. Вивасвати Йогам Проктаван Ахам Абхаям. Комментарий Баладевы Видьябушана. Я не могу сказать точно. Самая подробная тика комментарий Вишванатха Чакраварти. Вивасан Манави Праха Ману Рикха Кавидравит. Это карма йога. Делай, действуй, но не будь привязан к результату, к следствию. Выполняй, делай те или иные вещи в качестве своего долга. Действуй в качестве долга, никогда не отвергай долг и не заботься о последствиях, поскольку результат следствия принадлежат мне. Ты — часть, а следствия зависят не от маленькой частицы, выполняющей долг, но результаты зависят от целого, от всего мироздания, поэтому они принадлежат мне. Результаты мои, результат мой, а долг твой, частичный долг, ты совершай, ты должен совершать его. Но результат, желать, думать, что твое скромное выполнение долга породит результат, это заблуждение, поскольку результат — суть совокупность, есть совокупность усилий многих частей. Поэтому результат предоставь мне. Результат всегда мой. Я, говорит он. Делай, действуй, а результаты предоставь безграничному, и тогда ты не будешь затронут. Конец части С и начало части Д. Страдания, вызванные ожиданием в отношении долга, следует их оставить, ожидания. Но в то же время не отказывайся от выполнения долга своей части. Ты должен выполнять долг. Это карма-йога. Делай все в качестве долга, не стремись к каким бы то ни было результатам этого. И результаты придут. Старайся быть удовлетворенным этим. Это карма-йога. Карма-саньясат, карма-йогу висишьяте. Бесаньяс. Саньяса карма-йогаща нисрияса карабуху. Таясту карма-саньяс, карма-йогу висишьяте.
Если ты оставишь выполнение внешнего долга, то ты окажешься проигравших во многих отношениях. Даже в твоей жизни будет угрожать опасность, если ты полностью исключишь карму из своей программы. Не исключай карму. Это не означает, что ты будешь вовлечен в ви-карму. Делай то, что в целом предписано в шастрах. Поступай соответствующим образом и никогда не стремись к результатам. Результаты предоставь мне, плоды. Предоставь их безграничному. Один вопрос, да? Махарадж. Говорится, что каждый из островов Навадвипа соответствует одному из девяти процессов преданного служения — Шраванам, Киртанам, Вишнусмаранам, Падасеванам. Говорится, что Антардвип соответствует Атма-Неведанам. Какому процессу преданного служения соответствует этот остров, Коладвип? Коладвип Падасеван, Падасеванам. И Лакшми Деви в целом представляет эту часть служения. Падасеванам. Она обладает особой склонностью, наделена особой склонностью к служению Нараяне в измерении Падасеванам, на пути Видхи, Видхи-марги. А Лила Махапрабху, в его лиле была добавлена Апарадха-банджан здесь, в этом месте, в месте Падасеван, часть его Дхаммы, он явил свою обширную милость, спасая величайших оскорбителей, тех, кто оскорбил его. Прощение, прощение было явлено оскорбителем в его лиле Коладвип. Все желания были исполнены, когда после саньяса Махапрабху пришел сюда. После саньяса, по прошествии 5 лет, он захотел навестить родной дом. И в то время, когда он пришел, впервые пришел сюда, он жил в доме брата Сарвабхаума, Видьявачаспати. Видьявачаспати был брат Сарвабхаума Бхаттачарьи и гуру Санатана Госвами. Махапрабху жил в его доме и ходил совершать омовение на Гангу, и столь многие оскорбители стекались к нему со всех сторон и молили о прощении. И Махапрабху в целом простил их всех. «Я спасу вас всех от всех оскорблений, вами совершенных». Один некто Чапал Гопал, Гопалу Чапалу было сказано: «Ты оскорбил Шриваса Пандита, не меня, поэтому ты должен отправиться к нему и просить его о прощении, и он простит тебя». Еще один вопрос, с вашего позволения. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Я в растерянности». О чем он говорит? Понятие адьятма, что это такое? Адьятма, свабхава адьятма мучати. Эта строка понятна, смысл понятен, да?
Затем Свабуддхаттам учати. Бхутабхавудбхавакара Вишарга карма сангита. Затем Ариджагья. Ариджагья каро. Адхибхута. Адхибхута каро бхава. Пруша счадхи дайвата. Адхиджагья хе матра дихи дихи бхазамба. То, что включено в сферу кармы, относится к сфере кармы действия, последствия. Свабхава. То, что пребывает в ментальной системе. То, что в качестве мысли и идей, действия и реакции, в тонкой форме в ментальной системе. Это адхиатма, свабхава. Душа независима от этого. Она пленена, поймана в ловушку ментальной системы. Ментальная система состоит из многих тонких элементов на различных уровнях, в различных измерениях этого мира эксплуатации, вплоть до сатья-локи, сагуна, сатва-раджа-тама, тригуны. Тонкое тело, которое содержит в себе результаты кармы, существует вплоть до Брахма-локи, Пракрита, природная жизнь. Это Адхиатма. Атма означает, имеет множество смыслов. Атма означает свабхава, природа. Какова природа? Карма, результаты кармы содержатся в ментальной системе и порождают свабхаву. Сатва свабхава, раджа свабхава, тама свабхава, животное свабхава, свабхава насекомого, растения, дерево, бога, риши. Все это в круге Майи. 24 стадии жизни в рамках Майи. Это свабхава. В ментальной юрисдикции, юрисдикции ума. С разрушением ума, растворением ума, человек, живое существо, достигает Брахма-локи. В противном случае оно пленено, атма пленена своими ментальными тенденциями. Ментальной системой. С растворением ментальной системы оно освобождается. Акхара. Ты понимаешь? Да? Да. Но это адхиатма, она временна. Свабхава временна. Не временна, вплоть до освобождения. На стадии освобождения она уничтожается. Бадха-джива. Бадха-джива всегда остается Бадха, порабощенный. Куда бы она ни отправилась, она связана с миром эксплуатации, грубыми или тонкими, тонкими или очень плотными измерениями, слоями мира эксплуатации сатва, раджа, тама в рамках мира эксплуатации, мира ложного отождествления. Я наслаждающийся. И так живое существо блуждает по мирозданию. Все это адхиатма. Душа поймана в ловушку, пленена своими ментальными тенденциями, амбициями эксплуатации. Душа пленена амбициями эксплуатации. Это вся ее жизнь, адхиатма. И когда очарование эксплуатации уходит, то она освобождается. Тогда она способна по достоинству оценить жизнь в преданности, и она входит в измерение Вайкунтхи. Полнота предания, полное безраздельное вручение себя Господу любви, когда это явление имеет место быть, тогда душа вступает во Вриндаван. Сатрьяди, 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 сатрьяди,
সর্ববেদান্তবিদ কচ্চা বিষ্ণু ভক্ত বিশিষ্যতে বিষ্ণু ভক্ত শাস্ত্রে বহিকান্ত বিশিষ্যতে কিংবদ কিমধ্যাত্তম কিং কর্ম পুরুষোত্তম অধিভূতম খরু ভাব পুরুষশ্চাদি দৈবত অধিযোগ্য হে বা বাত্র অধিযোগ্য Я, наслаждающийся жертвоприношениями, говорит он, все яги, все жертвоприношения предназначены исключительно для меня. Я принимаю их, все жертвоприношения, практикуемые. Я бхокта. Я для себя. Все для меня, все предназначено для меня. Я один знаю смысл каждого события, назначение каждого события. Они предназначены для меня только. Мне известен смысл, никто другой его не знает. Травинка шелохнулась, только мне известен смысл этого события, никому другому не известен. Абсолютный ум. Травинка шелохнулась. Есть смысл этого события. У этого события есть смысл. Мне известен этот смысл, никому другому. Я повсюду. Я заинтересован во всем. И все происходит только для того, чтобы удовлетворять меня. Нет иных смыслов происходящего. Те, кто думает иначе, находятся в майе. Они страдают от ложных представлений. Акайнанда Махарадж должен ответить на те письма. Еще один вопрос, с вашего позволения. Чтобы этот материальный мир функционировал должным образом, установлено множество законов. А в духовном существовании какие законы присутствуют там? Духовная реальность безгранична, и все, что мы можем представить, носит совершенно ограниченный характер. Что мы можем поделать? Мы можем представить себе нечто великое, но это лишь незначительная часть безграничного. Безграничное, столь велико, столь обширно. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, «Я такой-то, я такой-то, такой-то и такой». Арджуна, что еще я могу сказать тебе? А по сути, суть заключения, я скажу следующее. Что бы ты ни представил себе, это лишь моя незначительная часть. Думай обо мне таким образом, следующим образом. Самое великое, что ты способен себе представить, есть лишь незначительная часть моей природы. Я таков. Концепция безграничного для нас недоступна. Это тщетная попытка вообразить себя, представить природу безграничного. Говорится, не упражняя интеллект в попытках познания этого высшего начала. Это тщетные, бесполезные, бесплодные попытки. Но как ты можешь использовать себя в служении Ему? Таким должен быть твой вопрос. Я что-то, я кто-то, я имею дело с безграничным, как я могу использовать себя во взаимодействии с безграничным? Таким должен быть мой долг. Это я должен узнать. А если я хочу знать больше и больше и больше, то это... Шипение диких гусей — это своего рода болезнь. Но нормальная позиция, здоровье вернется ко мне, когда я пойму, что это невозможно. Я часть безграничного. Как я могу использовать себя в служении безграничному? То будет
лучшее, на что я способен, на что мы способны. Осознать это и поступать соответствующим образом. Безграничное присутствует, и я присутствую. Я часть этого безграничного. У меня есть частичный долг. Я должен стараться выполнять его и так обрести удовлетворение, и тогда я сумею соприкоснуться с безграничным, встретить безграничное. В его высочайшей форме это возможно. Таков вердикт священных писаний, мнение знатоков Бога откровенной истины, те, кто обрел истину откровения. Женщина по имени Малати здесь. Письмо вчера пришло на ее имя. Она получила его. Она в Калькутте, Махарадж. На этом я закончу. Который час? Без 15:10.